Всем хай, с вами Серая, и где-то примерно 2 недели назад я опубликовала пост, где говорила «задавайте ваши вопросы». Но вы мне задали, и сейчас я, соответственно, буду на них отвечать. Погнали! Первый вопрос у нас от пользователя MeowPlayGame. Первый вопрос – как давно знаешь ЭКВ? Я знаю ЭКВ как уже 4 года, но начала читать книги только с 2021. Да, это очень странно, но это так. Второй вопрос. Сколько книг прочитала? Я прочитала уже 5 книг вроде. Со скольких лет читаешь КВ? Ну вот на этот вопрос я не отвечу, потому что тогда можно будет узнать мой возраст. Четвертый вопрос. Во сколько лет узнала КВ? Тоже не отвечу, потому что тоже можно будет узнать мой возраст. Пятый вопрос. Как узнала КВ? Ну это тогда еще было на моем стареньком планшете, который сейчас нафиг разбит, но это не важно. Короче, я листала просто свою ленту рекомендаций и наткнулась на видео под названием «Ролка по КВ». Так как мне было нефиг делать, я решила зайти. И потом мне стало интересно, что такое КВ. Несколько минут поисков или часов, и я узнала, что это книга. Ну и с этого момента я начала увлекаться КВ. Но тем не менее, книги я начала читать только с 2021-го. А КВ, как я знаю, уже 4 года. Да, капец. Шестой вопрос. Любимые персонажи. Серое крыло, горелый, яроликая. Седьмой вопрос. На какой книге КВ остановилась? Я остановилась на книге «Битва за лес». Восьмой вопрос. Любимая книга, не считая КВ. Знаменитая пятерка. И девятый, последний вопрос. В какие игры играешь? Я играю в Standoff 2, PUBG Mobile и Simon's Cat. Вторые вопросы у нас от Черри КВ. Первый вопрос. Что любишь кушать? Печеньки. Второй. Любимый персонаж из КВ. Серое крыло. Третий. Любимый злодей из КВ. Звезда ЦАП. Четвертое. Какую книгу по КВ читаешь на данный момент? Уже отвечала первая битва. Пятый. Нравится ли тебе творчество касатки КВ и Ночика? Конечно, нравится. Шестое. Какое видео планируешь в скором времени? Ну, я даже не знаю. Седьмое. Что тебя успокаивает от стресса больше всего? Музыка. Восьмое. Кеша кусается? Кеша кусается, но не сильно. Девятое. В каком классе? А вот это вот я не скажу, потому что это секрет. Десятое. Любимое занятие? Ну, я люблю рисовать, а также мне в кайф делать вам видео, но не всегда есть время. Третий вопрос от Огнезвезд Крутой. Первый вопрос. Как тебя зовут? Секрет. Второй вопрос. Сколько снимаешь на YouTube? Уже как 1 год. Третий вопрос. Есть второй акт? Да, есть. Четвертое. Сможешь поучаствовать в моем вопрос-ответе? Уже поучаствовала. Пятый вопрос. Есть домашние животные? Есть одно. Я думаю, многие знают его. И это мой драгоценный кот Кешень. Кеша. Четвертый вопрос. А чаек огненный? Первый вопрос. Ты когда-нибудь делала или пыталась делать анимации? Да, я пыталась делать анимации. Второе. Почему тебе нравятся коты-воители? Интересный сюжет, крутые коты. Третье. Какой чай лучше, зеленый или черный? Ну, это уже зависит от вкуса, но лично мне нравится зеленый. Пятый вопрос от фан-аккаунт Sunshine. Первый вопрос. Как научиться так красиво рисовать? Ну, я, конечно, не думаю, что я рисую красиво, но если хочешь красиво научиться рисовать, то этому нужно учиться. В принципе, это все, что я могу порекомендовать. Второе. Было ли такое, что ты обводила? Да, это было, но это было давно. Третье. Врала подписчикам. Я вроде бы не врала подписчикам. Четвертое. Сколько лет? Это я держу в секрете. Шестые вопросы от EnterKT. В какой школе учишься и в каком классе? Я учусь в 24-й гимназии. Это, конечно, сущий ад. А вот в каком классе – это секрет. Седьмые вопросы от Саши Wild КВ. Первый вопрос. Какие книги любишь читать? КВ и знаменитая пятерка. Второе. В какие игры играешь? В Standoff 2, PUBG Mobile, Simon's Cat. Третье. Твой любимый урок в школе? У меня его нет. Четвертое. Были ли у тебя еще животные до Кеши? Да, были, но скорее не у меня, а у моих родителей. Был рыжий кот Макс. Пятый вопрос. Любимая игрушка? Ну, я хз, мне нравятся все мои игрушки, которые у меня есть. И шестой, последний на сегодня вопрос. Сколько книг по КВ у тебя есть? У меня есть 9 книг по КВ. Простите за запинки видео, просто я его делала без сценария. Ну как без сценария? Я сначала писала сценарий, но потом я подумала, а нафиг он нужен? И как-то так получилось. Короче, извините, что были запинки.
Ну а на этом все. Всем спасибо за вопросы, всем удачи и пока.